В России могут увеличить штрафы за превышение скорости в 6 раз до 3000 рублей. Об этом сообщил замначальника ГАИ МВД Олег Панарин. Это касается превышений на 20-40 км в час. На сегодняшний день штраф за такое нарушение составляет 500 рублей. Передают РИА Новости. Также ГИБДД предлагает штрафовать за превышение скорости на 10 км в час, если нарушения допускаются систематически. Размер административного взыскания будет увеличен. ГАИ планирует отложить эти нормы, пока полностью не будет изучен скоростной режим. В Госдуме выступили против идеи увеличить штрафы. Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев посоветовал вместо этого отремонтировать дороги. ЛДПР категорически против этого предложения. Об этом заявил зампред фракции Ярослав Нилов. На заседании он рассказал, что в обществе был в очередной раз поднят градус социального напряжения после заявления одного из представителей исполнительной власти. Политик подчеркнул, что в основе подобных предложений, по мнению его партии, не лежит стремление обеспечить безопасность на дорогах. Ранее сообщалось, что ГИБДД хочет изменить правила сдачи на водительские права. В теоретическом экзамене на права появятся изменения. Российская госавтоинспекция хочет изменить универсальные экзаменационные билеты на те, которые будут зависеть от категории, которую хочет получить гражданин.